Всем привет! Сегодня я сделаю обзор мукбанг на веганские сосиски и веганские сардельки фирмы Вего. Вот такой замечательный продукт растительный, сосиски копченые. Вот, продукт растительный, сосиски копченые. Состав: вода, белок, пшеничный белок, видите, написано. Масло кокосовое, рафинировано, соевый белок. Крахмал картофельный, глюкоза, очень большой такой состав, красители, нитраты, специи. Вот честно, как вот этот состав почитаю, мне есть уже не хочется. Так, и сардельки веганские. Продукт растительный, сарделька веганская. Крахмалы, соль, краситель, вообще атас. Обзор. Но думаю, что в мясных сардельках, сосисках тоже полно всякой химии. Вот. Но тем не менее попробуем. Вот так выглядит веганская сосиска и веганская сарделька. Сейчас сниму оболочку. Ну, по внешнему виду не особо они отличаются от мясных. Вот сосиска и вот сарделька. Не особо-то отличаются. Пшеничный белок, значит, какой-то. Ну, попробую сейчас. Слушайте, приятный вкус. Очень, очень. Над вкусом явно хорошо поработали. Вкус великолепный. Ну, может, потому что я вегетарианец, поэтому мне это нравится. Вкус намного богаче, чем у мясных обычных сосисок. Очень-очень насыщенный и очень разнообразный вкус. Чувствуется, что поработали большие мастера над составом. Ой, как вкусно. Вы знаете, это действительно вкусно. Я думаю, что если вы попробуете такую сосиску, вы потом обычную сосиску уже не захотите. Она не будет вам казаться такой же вкусной. Здесь действительно какая-то палитра вкусов необыкновенная. Просто радуга какая-то вкусов. Это очень вкусно. Очень. Если будет у вас возможность, обязательно попробуйте веганские сосиски и сардельки. Сардельки я хвалю, так сказать, авансом. Но мне предстоит узнать, что же вкуснее. Да чего ж хороши сосиски. Вот это да. Я даже мясные вот сосиски ел. Такого богатого вкуса никогда не встречал. Такого интересного. Ну, сарделька попроще вкус, попроще. Сарделька мне понравилась меньше. Чем сосиска? Может, это субъективно. Может, потому что в сосиске там вкрапления какие-то. Я это подсознательно воспринимаю как большее количество полезных элементов. Но вкус тоже очень насыщенный, очень. Вот сейчас он раскрылся, вкус веганской сардельки. Очень богатый вкус. Еще, пожалуй, съем по штучке. Так, еще по штучке открыл. И опять начинаю с сосиски.
теперь уже как бы на сравнение. Вы знаете, каждая хороша по-своему. Сарделька хороша для тех, у кого с зубами дело похуже. Хотя оба продукта довольно мягкие. То есть она менее такая, мельче, так сказать, растерта, говорю. Потому что здесь такие более крупные кусочки попадаются чего-то. А это более такая пастообразная. Но вкус у обоих продуктов у нас более насыщенный. Просто у меня почему-то подсознательно, если я вижу какие-то крапинки, они что-то такое однородное, у меня подсознательно кажется, что это вкуснее. Но, в общем, оба продукта вкусны, мне понравились. Но я только не знаю, какая у них цена. Если, например, цена одинаковая, то я предпочел бы сосиски. Вот видите, не знаю, что там красненькое. Ну, как в хороших сосисках, кусочки мяса напоминают. Но это продукт полностью растительный. Поэтому мяса тут, конечно, никакого нету. Но вкус... Вот знаете, если можно вообразить себе продукт наполовину сосиска и наполовину пирожное, так вот это оно и есть. Вот такие вот ассоциации могу сказать. Наполовину сосиска, наполовину пирожное. Или конфета. Такое сочетание сладко-соленое такого вкуса. Ну, это надо попробовать, это так не передашь. Я вот даже их варить не стал, чтобы поострее почувствовать вкус и аромат. И вот, заканчивая свой обзор вот этой вот сарделькой веганской, растительной. Что я могу еще сказать? Хорошо к этим бы сосискам либо картофельное пюре, либо гречку, либо рис, либо даже макароны. Как ни странно. Это действительно ничуть не хуже мяса, ну, на мой взгляд, на вегетарианский. По вкусу. И даже превосходит сосиски и сардельки мясные многократно, вот на мой взгляд. Потому что после как поел, ощущение легкости, вкусноты и никакого, так сказать, мяса. Потому что бывает, когда, например, мясо не очень хорошо пахнет, там, полежит там. А здесь, ну, запах очень приятный, вкус. Короче, будет у вас возможность, обязательно попробуйте веганские, вегетарианские сардельки, сосиски. Вот еще раз покажу эту упаковку. Фирма Вегу. Вот. Благодарю того человека, который предоставил мне, так сказать, сосиски, сардельки на обзор. Вот. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал Из Орла. Смотрите мои видео на Бусти. Туда я кладу раньше всего самые свежие. Также на Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. На одноименных каналах Из Орла. Пишите свои впечатления, комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями этим видео.
репост делайте. И если хотите, можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8 920 889 20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Вот. Ценю вашу поддержку. Можете также заказать мне обзор какого-нибудь продукта или блюда. Ну, кроме рыбы и мяса, потому что я вегетарианец. Вот. Всего вам доброго, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До новых встреч.